Жизнь – это сказка, которую рассказывает сумасшедший. Знаменитые слова Уильяма Шекспира. Как часто в этом сумасшедшем потоке мы всегда пытаемся найти что-то полезное, что-то приятное. Итак, гонимся за этим, что забываем саму цель. А какова цель? Наверное, просто быть свободным. Свободным в своих действиях, в своих желаниях. Если ты такой, я рад за тебя, я тебя поздравляю. Но если нет, мы можем попробовать с тобой вместе окунуться в это путешествие и познать свободу.